Добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Добрый день, мои дорогие! Добрый день, Алла Николаевна! Здравствуйте, тетя Алла! Алла Николаевна, вот Матильдушка велела вам стаканчики от йогурта принести. Да. Спасибо большое, обязательно пригодятся. Да. А что ж тетушка Матильда сама не пришла? Давненько я ее не видела. Да приболела она малость, мигрень разыгралась. Ах, какая жалость, надо ее навестить. Да. Тетушка Матильда сейчас прилегла и спит, наверное. Вот и хорошо. Больным покой нужен. А еще забота и внимание. И положительные эмоции. О, Алла Николаевна, вы не волнуйтесь. Без заботы и внимания мы Матильдушку не оставим. Даже не сомневаюсь. А я предлагаю сделать для тетушки Матильды небольшой подарочек. Ну, просто так, от души. Ой, как хорошо. А что можно сделать? Не. Сейчас подумаем. О, давайте сделаем сову из вашего стаканчика. Сову из стаканчика. Ну что ж, любопытно. Давайте сделаем. Давайте. Давайте сначала подберем стаканчик. Я думаю, подойдет вот этот, бежевого цвета. Он нам послужит туловищем для совы. А остальные детальки из чего делать будем? Глаза, крылья и уши сделаем из кусочка обоев и цветной бумаги. А клюв и лапки сделаем из губчатой салфетки. О, отлично! Все в ход идет. Это по-нашему, по-хозяйски. Так, с чего начнем? Сначала сделаем глаза. Вырежем из кусочка обоев вот такие два круга. И сделаем по краям надрезы. Это такая бахрома получается, как пушистые перышки. Верно, Шунечка. Вот такие вот перышки получаются. Теперь посередине положим круги чуть меньшего размера из коричневой бумаги. Теперь круги белого цвета еще поменьше. Так. Затем вот такие бежевые звездочки. И, наконец, черные зрачки. Да, уж действительно, многослойные. Но какие красивые! Их нужно приклеить к стаканчику. Да, вот сюда. Вот так. Теперь сделаем ушки. Их тоже сделаем такие же пушистые из обоев и коричневой бумаги. А для того, чтобы их закрепить, нужно сделать небольшие надрезы в верхней части стаканчика и вставить туда ушки. А теперь крылышки тоже с перышками, да? Да, Шунечка, вот такие же из обоев и коричневой бумаги. Приклеим их по бокам стаканчика. Осталось сделать лапки и клюв. Да, вырежем их из губчатой салфетки оранжевого цвета. Так. Вот такие. И аккуратно приклеим к стаканчику. Ну вот, подарок готов. Симпатичная совушка получилась. Думаю, тетушке Матильде она понравится. Да-да, положительные эмоции для нее обеспечены. А если и вы, Алла Николаевна, с нами пойдете, то Матильдушка еще больше обрадуется и сразу поправится. Конечно, конечно, пойду. Только давайте сначала с ребятами попрощаемся. До свидания, мальчики и девочки. До встречи, ребятки. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь.